Давайте посмотрим, что находится в этой большой посылке. Здесь находится вроде бокс для украшений, для колец. И бокс для украшений, ну, как висячий органайзер, не знаю, это здесь, и здесь. Или в этой посылке, или в другой. Хорошо очень упаковано. Здесь, например, разбито. Стоило где-то 11 евро, то есть 13 долларов. Давайте быстренько откроем. Да, здесь еще внутри бокс для украшений для подруги заказывала. И эта коробка, я думала, гораздо меньше будет. Ну, посмотрим, какой у нее размер будет. Вот так вот она упакована. Это бокс для украшений для подруги, потом сделаем обзор. И такая вот коробочка для моих всяких колечек. Она большая. Вот такая вот коробка. Еще заклеено здесь все хорошо. А вот здесь замочек хороший. Вот такая вот классная коробка. Вот такая вот коробка. Чуть не с той стороны открыла. Сейчас я буду подклеить. Ну здесь такая тоже деревянная. Ничего страшного. Дошла она быстро, целая. Очень много колечек улезет в нее. Вот. Ну, такой вот простой органайзер для бижутерии. Сейчас сделаю тоже подробный обзор на нее. Посмотрим, как он здесь будет. Ладно, всем пока, всем до свидания. Ждите обзор на этот и на третью посылку.